Так, друзья мои, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про стиральную машинку. У меня случилась такая ситуация. Стиральная машинка перестала сливать воду. Она просто-напросто засорилась, потому что много вещей стирают, и чего тут только не стирали. И, в общем, видимо, где-то произошел засор. И сейчас я вам расскажу, что нужно делать для того, чтобы проверить, есть ли засор, как можно ее почистить. Для начала надо выкачать воду. Поскольку вода не сливается, то я ставлю в режим выключения, жду, пока она полностью отключится. И уже, соответственно, наклоняя стиральную машинку, я открываю непосредственно дверцу и начинаю выкачивать оттуда всю воду. Ну, при помощи, там, не знаю, паломника или еще чем-то там. Вот ковшечек у меня вот такой вот есть. И им, короче говоря, я убираю. Вот. И сейчас я всю эту воду полностью уберу и потом дальше покажу, что я все выкачал. И, соответственно, сейчас я вам покажу, где находится фильтр. Практически во всех машинах фильтр находится снизу, то бишь здесь. Вот такая вот у меня маленькая крышечка. Я ее снимаю, металлическая, сейчас покажу, вот она. Вот она, металлическая крышечка. И, соответственно, сейчас мы подставляем что-нибудь сюда, потому что может потечь вода. Мы не всю воду оттуда выкачали. Так, сейчас можно, наверное, сначала вот так. И сейчас откручиваем этот фильтр. И посмотрим. О, видите, вода побежала. Пусть сначала она стечет. Ее тут, как правило, не так много, но вода есть. Так, сейчас мы его открутим и дальше посмотрим, что там. Так, вытаскиваем фильтр. О-о-о-о-о! Смотрите, во-первых, грязь. Во-вторых, вон, посмотрите, что тут творится. Это просто ужас. Какой-то песок, что тут только нету. Так, сейчас мы будем это все прочищать дело. Так, еще можно вот здесь, у меня есть такая штучка, ее можно тоже открыть. Это слив, как бы такой шланг, и его тоже можно прочистить. Сейчас я его вытащу оттуда, и может быть оттуда тоже специальная веревочка. О, сейчас посмотрим, может здесь что-то есть. Ну, мы туда можем тоже прочистить. Сейчас будем все это прочищать. И потом дальше покажу. Фильтр, и посмотрели, что там на нем намотано, не намотано. Его надо будет потом промыть. Значит, находим вот такой вот шланг. У каждого он находится по-своему. У меня он подсоединен был вот сюда. Я его отсоединяю. И сейчас я возьму вот такую вот, ну, можно проволочку, можно у меня вот такая вот штука. Буду просовывать туда вовнутрь до конца. И прочищать слив. Вот там. Можно даже туда добавить воды немножко. Я добавил соды с уксусом, чтобы пошла реакция. В общем, сейчас вот этой штукой будем... Так, ребята, ну как концовочку-то я не снял. В общем, я вам показал, да, фильтр. Фильтр прочистил. Прочистил здесь вот внутри. На всякий случай, пока у меня стоит ведерочко. Думал ли, если где-то начнет капать. Но вода сливается. Машинка все свои действия выполняет. Вот, плюс я еще туда добавил, перед тем, как без белья простирнуть, это сода, гашеная уксусом. И при засорах это можно делать, очень хорошо помогает, дает реакцию, разъедает. И плюс еще у меня был шампунь такой, знаете, едкий, папин шампунь остался. И тоже немножко я его разбавил, в общем, он там все промыл, это все. И вот, как видите... Машинка работает. Поэтому, значит, основное, еще раз повторяю, откручиваете фильтр, прочищаете его, промываете шланг. Ну, в моем случае шланг практически, да, он не практически, а был чистым. В основном на фильтре были всякие там такие вот ворсинки, вот это все. И, в принципе, должна машинка у вас работать и стирать. Так что вот, ни в коем случае не надо вызывать мастера, тратить сумасшедшие деньги. Мастер сделает то же самое, а вы сделаете это бесплатно и сэкономите что? Правильно, бюджет. Все, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. И если есть какие-то вопросы или предложения, что еще можно снять, пишите в комментариях. Всем пока-пока.